Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим аккумуляторную батарею на iPhone 6 Plus. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Отщелкнули. Открываем. Теперь необходимо открутить два винтика. Убираем металлическую защиту и отсоединяем шлейф аккумулятора от печатной платы. Далее необходимо удалить скотч, на который приклеен аккумулятор. Делайте это, как указано на видео. Вытягиваем его. Вытягиваем. Первый вытянули. Далее делаем то же самое со вторым. Их всего три. Делаем аккуратно, чтобы он не порвался. Иначе будет сложнее, если он у вас порвется, будет сложнее вытащить аккумулятор на батарее. И теперь третий. И точно так же вытягиваем. Вытянули. Все, теперь необходимо вытащить аккумулятор от батареи из корпуса. Теперь необходимо установить двухсторонний скотч на корпус, с помощью которого будет держаться новый аккумулятор от батареи в корпусе. Устанавливаем. Рекомендуем это делать на скотч 3M. На iPhone 6 Plus аккумулятор в 90% случаев необходимо менять. Если ваш аппарат отключается на 90, 70, 50%, то это 90%, что проблем в аккумуляторе. Если же ваш аппарат быстро заряжается, то это 50 на 50. Это может быть так, как и аккумулятор, а может быть и проблемы на печатной плате. Берем новый аккумулятор. Вынимаем из пленки. С двустороннего скотча необходимо снять бумажную пленку сверху. Теперь необходимо установить аккумулятор в корпус. Установили. Подключаем аккумулятор на батарею. Устанавливаем металлическую защиту и прикручиваем два винтика. Все закрутили, теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.